Всем привет, вас приветствует игровой канал Сайн Геймер, мы Пашок, и вы смотрите обзор модов на GTA San Andreas, уже 63-й выпуск. В этом выпуске я взял мод, который называется GTA 5 Weapon Pack. Это, конечно, не все оружие, всего лишь здесь 5, всего будет 3 выпуска по оружиям из GTA 5, если я, конечно, не найду каких-нибудь еще паков. Но пока я нашел только 3, и все они сейчас будут идти выпуск за выпуском, как бы из GTA 5. Это пока идут холодное оружие, но правда он есть коктейль Молотова. Всего здесь по 5 оружий, по-моему, в каждом паке будут. Ну что ж, давайте, в принципе, начнем смотреть, какая он. Смотрите, он Ламар с военным разговаривал. Ну ладно, давайте начнем смотреть. Первая — это у нас хоккейная клюшка. Так, вот как она выглядит. Оружие полностью сконвертировано из GTA 5. Я вот точно не знаю, есть ли в GTA 5 хоккейная клюшка, но, скорее всего, не в оружии, а в предметах в самой GTA 5, то, скорее всего, есть. И вот автор решил сконвертировать. Своя иконка, конечно, но здесь клюшку очень плохо видно. Что ж, вот так вот выглядит клюшка. Окей, идем дальше. Следующая у нас — это ментовская дубинка. Давайте, в принципе, ударим мента. Сейчас он достанет такую же, как у нас, и будет нас ей бить. Так, давайте его забьем, чтобы этот говнюк не мешал. Умирай. Вон, у него выпадает эта дубинка. Пистолет взял из Дедпула. Ну ладно. Кто не видел, кстати, Weapon Pack из Дедпул, посмотрите предыдущий выпуск. Потом добавляю еще у нас нож. Текстурки, кстати, здесь не очень хорошие, но модели довольно-таки крутые. Так, давайте берем нож. Так. Вот как выглядит нож. Не на превью картинки, а на иконке нож довольно-таки хорошо выглядит. Сама превью картинка. Вот как выглядит ножичек. Так, ой, мусора набежали. Все, отвали. Так, дальше идем. Следующий у нас — это молоток. Вот как он выглядит. Давайте берем его. Вот так вот выглядит у нас молоток. И давайте перейдем к последнему оружию. Это у нас коктейль Молотова. Текстурка, конечно, мыльная. Ну, давайте его возьмем. Вот как он выглядит, этот самый коктейль Молотова. Давайте кинем, например, вон там Ламара идут. Их подожгло. Ну что ж, вот такой вот оружейный пак из GTA 5. Это пока что только холодного оружия. Ну и коктейль Молотова, конечно, тоже присутствовал. Ну что ж, следующий будет, по-моему, уже оружейный. Ну или там какой-то... Ну точно, по-моему, уже с оружием точно будет. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паш. Не забудьте подписаться на канал, также поставить палец вверх и прокомментировать ролик. Всем удачи, всем пока.